прекрасная техника, то есть она слушается руля, она легко идет по волнам. Мы создавали специально волну сегодня, проверяли. То есть машина, которая узнаваема, специально забрендирована, спасательная. Мы планируем два судна еще для наших пляжей, которые расположены на Молодежном, и второго пляжа, который расположен на Демуровке, на Крюковской стороне. Главное – это жизни кременчужан, это их безопасность. В любых условиях, на пляжах, всегда спасатели смогут быстро прийти на помощь. Взяли мы его, забрали просто как кусок дюраля в мае месяце. И своими руками все это доделали, воплощали, да, кропотливо все подгоняли. 130 лошадиных сил, разгоняет до 65 километров в час. Причем ему что 2 человека, что 6 человек, практически ему не ощущает этого. Последний раз я проверял посты, при мне прямо на глазах у меня фотографии есть. После человека, который порвался с женой, пошел топиться. Мы его чудом спасли уже как-то. А так, вот на каждом посту записи в вахтенный журнал, там где ведут, мы подведем. Но я так думаю, где-то человек 12 мы вылетовали, это 100%.